Мне, честно говоря, лень вставать. Могу вот еще раз вид на гору Чалба 1,5 километра сделать. Вон летит самолет, если видно. Почему? Потому что у меня тут под попой классная подушечка надувная. Ножки на рюкзачке, пледик. И я, в общем, сижу как этот кум королю. Зарядил экшн-камеру, вроде нормально. Ну, видуха просто сумасшедшая. Сейчас вот попытаюсь еще раз фокусировать. Да, стольник, видимость реально просто. И у меня чаек с лимонником. Сахаром с лимонником. Как раз тепленький, уже чуть-чуть я его остудил, потому что бутербродики с буженинкой. В общем, полная лепота, полный расслабон. Сижу по фэншую, как надо, козерогам на юг. Кайфую. Кайфую по фэншую. Юг вон там вон находится. Это вот там вот практически запад. Ну так, получается, что вот гора практически на западе. Даже на северо-западе слегка. И вот то я принял, это значит фестивальный отвал. И дошло до меня наконец-то, сориентировал я. Вот тоже там где-то 1100 горка, пирамида такая. Но с дороги едешь, Чалбу видно вообще охренительно. Просто Три Брата видно только вот отсюда. Высота 865, 26 февраля. Дальний Восток. Не знаю, конечно, как удастся ли смонтировать, хватит ли места. Телефон уже верещит, что места мало. Бог даст, смонтирую, не даст, так буду фрагментами выкладывать. Ну, больно сочные фрагменты, тот же проезд. Так, где-то тут, что я мясо съел? А, нет, вот еще мясо. Тот же проезд на скорости. Я вот спрятался сюда, потому что не задувает. Вот с той стороны горы прям задувает зверски. Вот тут чуть-чуть перепад каких-то. 1,5 метра, меня уже прикрывает, и вверх уходит ветер, а там поддувает, сидеть холодно. Спущусь внизу, еще поем, ну не поем, там булочку, пирожное, чаек, так, дежурный в кафешке. Нам забастовку не объявили. Квадрика не вижу, видно, его ветром все-таки сносит. И энергии у них не хватает сюда добраться. Хоть он и на 2 километра летает, но 4 километров 15-20. Поэтому расход энергии большой у квадрика. Плюс холод. Удивились, так говорит, вы второй раз уже сюда, что ли? Я говорю, да. Ну, как бы, встретились на верхушке. Международный порт куда-то идет. С Китая, наверное, или скорее. Как раз через Комсомольск проходит, пошел. Но вот идет он странно как-то. Он идет, наверное, в Америку. Слышно, вот видно, ветер задувает, эти поземки. Ну, если он даже сильный начнется, то как бы я успею убежать. В прошлый раз, конечно, ветра не было, но рыхлая была сильно дорога. Не смог я пробиться. Может, надо было рискнуть, но я что-то так подзавяз. Сильно много у меня спусков было запланировано. А сегодня я вот спусков меньше, больше времени походить, покайфовать. Еще раз спасибо девочкам, которые мне брюшки эти классные посоветовали с магазина Тибет. Не продувайки, вообще не продувается ни на скорости, ни сейчас. И девочкам, которые мне подсунули вот этот куртяк, короче, с магазина, ну, в Самбери на Дмитрова, там на втором этаже есть куртки горнолыжные всякие. Прямо эскалатор. Ой, вообще круто. Курткой прям наслаждаюсь этой. Все как надо. В меру теплое, непродуваемое, легенькое. Тепло
держит. О, ну все, уже икать начал. Короче, уже все, кайф полный уже. Попеть бы, да не с кем. Не с кем петь, вот же жизнь пошла. Народ совсем не музыкальный. Нет жизни, нет песни, ни хрена нет. Поэтому хриплю я в одиночестве. Ну, красиво. И ультрафиолет поглощаю вместе с чаем. Все, давайте, будем все живы душой и телом. Главное, ребята, сердцем не стареть. Угу. Самолет пролетел. А зеленое море тайги все-таки после путинских уродов, думаю, мы восстановим. Китайцев выгоним нахер. Засадим кедрами, соснами. Леса эти обалденные, живые, волшебные.